Напередодні дня Кастричницької революції у вьосці Лискошина Кругляцького району, де міститься екотуркомплекс «Миколаївські сажалки», відбулося відкриття другої черги музею СССР. Створальники музея Круглянська ПМК 266 поширили експозицію поводле просьбу навідувальників. Музей СССР открылся сёлета и одразу стал популярным. Ён местится побач с домом музея мастака Миколая Неврова. И ниякой суперечности у таким соседстве организаторы не бачать. Усё гэта наша история, тем более, что музей не про советскую идеологию, а про советский быт. Одни из самых тикавых секций – фото, радио и телетехники. У другой черзе музея, якая открывается теперь, есть темы советской школы, гандлю, грошей, спорта, медицины и музыки. Люди, звычайно, приносят экспонаты в музей бесплатно. Просто бытовые речи, как, например, молочная бутылька, неизменно выкликают добрый настрой и вспомины про молодость. Увогуле, у музея советской эпохи собрано больше за 5000 экспонатов. Это музей тех, кто родился в СССР. И я думаю, он будет такой еще популярен еще долго, поскольку с каждым годом эти экспонаты, это уже свои такую изюминку несет, может сказать, что необычностью, примитивностью с точки зрения уже современных людей и поколения. Но это наша история.